самые умные животные. Мы собрали 10 самых умных животных, чьи интеллектуальные способности удивят даже скептиков. Привет, с вами Евгений, это проект «Популярная география» на канале «Вселенная Beautiful World». Обезьяны. Лидеры топ-10 самых умных животных в мире. Человекоподобные обезьяны. Современные приматы – сообразительные предков человека. Они умеют общаться на языке жестов, а самые способные – с помощью графических символов. В 1980-х годах самец бонобо Канзи освоил таким образом 500 слов. В отличие от большинства живых существ, приматы понимают, что видят в зеркале свое отражение, а не другую особь. Обезьяны скорбят, когда погибают их сородичи. И у них, по крайней мере у некоторых, есть чувство юмора. История шимпанзе по имени Мама Тому – подтверждение тому. Шимпанзе используют орудия труда и изготавливают их. Чтобы сделать копье, они отбирают ветки нужной длины, очищают их от листьев и коры и заостряют кончик зубами. Самые умные животные планеты нежно заботятся о потомстве и передают ему все свои знания и умения. Дельфины. По соотношению массы мозга и тела, дельфин мог бы претендовать на звание самого умного, но в этом он уступает лишь человеку и опережает шимпанзе. Американский нейробиолог Лори Марина выяснила, что мозговых извилин у этих млекопитающих больше, чем у людей. Самые крупные дельфины – касатки. Разработали стратегию охоты на разных животных. Косяки рыб они загоняют к берегу. Охотятся на морских львов, выбрасываются на их лежбище, а при охоте на тюленей, плывущих на льдинах, бьют хвостами и создают волну, которая смывает добычу в море. Касатки – одни из самых социальных животных на планете. Они живут в стаях, где царит матриархат. Все члены очень привязаны друг к другу, а молодые и здоровые заботятся о старых и больных. У слонов самый большой в мире мозг. Он весит более 5 килограмм. И хотя это всего 0,2% от общей массы тела, по интеллекту они превосходят многих животных на Земле. У слонов хорошая память и развитая мимика. Они отлично выражают оттенки эмоций, а в тяжелых ситуациях даже плачут. Удивительно, но некоторые сомневаются, что животные способны испытывать эмоции. А это действительно так. Огромные существа умеют сотрудничать и сочувствовать друг другу, глубоко переживать потерю сородичей и даже проводить похоронные ритуалы. Биолог из ЮАР Антони Холл-Мартин наблюдал, как члены стада покрывали тело умершей слонихи ветвями и листьями. Слоны легко решают бытовые задачи. Например, запасают воду, выкапывая ямы перед дождем. А затем накрывают их корой, чтобы вода не испарялась. И кстати, слоны умеют разговаривать друг с другом. Умственные способности собак сравнивают с интеллектом двухлетних малышей. По мнению канадского кинолога Стэнли Корена, псы, как и дети, способны запомнить 165 слов, а самые умные – 250. Тесты показали, что собаки могут считать до 4-5 и отлично решают пространственные задачи, находя спрятанные предметы или кратчайшие маршруты. Четвероногие демонстрируют основные эмоции – счастье, гнев и отвращение. И умеют хитрить. Во время игры обманывают других собак и людей, чтобы получить награду. Представители самых интеллектуальных пород собак служат в полиции и армии, спасают людей и даже работают няньками для детей. Крысы. Несмотря на небольшой и не самый сложный мозг, крысы отличаются редким умом и сообразительностью. Серые грызуны, часто удивляющие нестандартным поведением в сложных ситуациях, распознают яды и ловушки, не повторяют своих ошибок, находят выход из запутанных лабиринтов и решают непростые головоломки. В 2008 году экопсихологи из Оксфорда провели различные эксперименты, в ходе которых крысы запоминали комбинацию световых и звуковых сигналов, а в ответ получали пищу. Подопытные узнавали не только исходную, но и зеркальную последовательность сигналов.
Ученые пришли к выводу, что крысы умеют формировать правила, а значит способны к абстрактному мышлению. Ранее это считалось привилегией только человека. Интересно, что в Индии существует даже храм, посвященный крысам. Им наливают молоко, приносят еду и молятся на них. Кошки. В 2017 году ученые из США, ЮАР, Дании и Бразилии подсчитали, что у кошек в коре головного мозга 250 миллионов нейронов, вдвое меньше, чем у собак. Впрочем, это не значит, что они намного глупее. Просто их сложнее изучать. Независимые создания неохотно участвуют в экспериментах, но не хуже псов понимают жесты и мимику человека. Кошки способны хранить информацию около 10 лет и извлекать ее из памяти. Запоминая ориентиры, они безошибочно находят дорогу домой. О развитом интеллекте этих прекрасных животных свидетельствует безграничное кошачье любопытство и интерес к всему новому. Как и люди, кошки видят сны со сложными сюжетами. Вороны. Даже в сказках и легендах воронов называют мудрыми, а ученые полагают, что интеллектуальные способности этих птиц не хуже, чем у приматов. Это подтверждает последние исследования. В 2020 году немецкие орнитологи выяснили, что молодые вороны не менее умны, чем взрослые шимпанзе. Пернатам предложили тест для обезьян, и они отлично справились с математическими заданиями и продемонстрировали развитые социальные навыки. Бытовых вопросов вороны тоже очень изобретательны. Например, они бросают орехи под колеса автомобилей, чтобы открыть их. В ходе опытов на острове Новая Каледония ворон доставал пищу крючком из проволоки. Это приспособление он изготовил при помощи клюва и когтей. Свиньи. Ученые считают, что по сообразительности хрюшки не отстают от других домашних питомцев и заслуженно входят в список самых умных животных на планете. Они прекрасно ориентируются в пространстве, обладают долговременной памятью и используют около 20 звуков для общения. По интеллекту Чарльз Дарвин сравнивал свиней с собаками, а современные исследования показали, что с некоторыми задачами они справляются намного лучше. В одном из экспериментов свинья управляла курсором, двигая его своим пятачком. Когда курсор попадал в определенную область, в кормушку высыпался корм. Собака же не смогла пройти это испытание. Белки. Несмотря на мозг размером с горошину, белки отличаются феноменальной памятью, способностью ориентироваться в пространстве и анализировать ситуацию. Чтобы выжить зимой, им приходится прятать примерно 3000 желудей и орехов. И местонахождение каждого из них они могут вспомнить даже спустя 2 месяца. Для поиска тайников грызуны используют разные тактики и легко переключаются между ними. Белка едва ли не самое хитрое животное в мире. Они проявляют невероятную изобретательность, чтобы защитить свои запасы от ворон. Заметив, что за ней следят, белка притворяется, что прячет пищу, а потом переносит орехи в другой тайник. Осьминоги. Это животное самое умное среди беспозвоночных. У осьминогов самая сложная нервная система. Она может даже запустить остановившееся сердце. Последних у осьминога, кстати, 3. И самое высокое соотношение массы мозга и тела. Они строят укрытия из камней, раковин и кокосовых скорлупок. Крадут улов у рыбаков, открывают крышки и защелки контейнеров и при желании выбираются из любого резервуара. Осьминог Отто из океанариума в Кабурге бросал камни, чтобы разбить стекло, а его сородич из Новой Зеландии в 2016 году совершил побег из аквариума в море через канализацию. Кроме того, головоногие умеют играть, различают геометрические фигуры, решают нестандартные задачи, узнают людей и даже привязываются к ним. Если расширить список в топ-20 самых умных животных, также войдут еноты, голуби, попугаи, лошади, муравьи, пчелы, крокодилы, черепахи, морские котики и киты. На этом все. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди много интересного. А я вам говорю до новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока!